С 7 по 9 сентября на базе спорткомплекса «Спартак» Волчановский сад прошел всероссийский турнир по вольной борьбе среди юниоров «Дружба мир Кавказу». В памяти основателя вольной борьбы в Хасавюрте, заслуженного тренера Российской Советской Федеративно-Социалистической Республики Алихана Джамалдинова, турнир является традиционным и проводится в 42-й раз. Гостями мероприятия стали первый заместитель министра по физической культуре и спорту Зайнал Салаудинов, глава города Зайнудин Акмазов, заместитель главы администрации и другие. Я вас всех от имени администрации приветствую. Уверен, что сегодняшний турнир способствует дальнейшему развитию спорта в городе. Многие спортсмены, которые стали чемпионами Европы, России, мира, Олимпийских игр, начинали именно на этих турнирах. Уверен, что сегодняшние участники тоже имеют большое будущее. Желаю каждому участнику показать себя сегодня здесь, на этом турнире, на соревнованиях, самые лучшие свои борцовские качества. Зрителям хороших зрелищных встреч. Всем пожелать удачи и успехов в жизни. Участниками соревнований стали более 200 борцов в 10 весовых категориях, как из регионов России, так и стран ближнего зарубежья – Азербайджана, Литвы, Латвии, Армении, Калининграда и других. Со словами поздравления организаторов турнира, также гостей выступил первый заместитель министра по физической культуре и спорту Зайнал Салаудинов, отметил важность проводимого турнира. Многие спортсмены не только нашей республики, но и зарубежных стран прошли через ковры этого турнира. Более 40 стран мира принимали участие в этом турнире. Но сегодня нельзя не сказать слово о нашем брате Алихане Алимшейховиче, потому что сказать, что он сделал очень многое и внес большой вклад в развитие спорта в Республике Дагестан и в России, сказать ничего. Этот человек стоял у истоков развития большого спорта в городе Хасавюрте и нашей республики. Его отличало, наверное, самое большое качество – его интернационализм. Он любил всех, он уважал всех, уважал и младших, и старших. И сам тоже мог быть и старшим, где нужно, и мог быть младшим, где нужно. Я могу много о нем говорить, потому что он наш воспитанник, и меня он воспитывал в свое время, когда учились в университете. В этот день очень приятно сказать хорошие слова тем, кто организовал турнир. Спасибо всем большое. Оргкомитету, близким, родственникам, сыновьям Алихана. На ежегодном всероссийском турнире по вольной борьбе хасавюртовским борцам удалось завоевать 4 золотые медали, 5 серебряных и 5 бронзовых наград. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».